Здравствуйте! Эфир телеканала ЛРТ продолжает программа «Открытый диалог» в студии Ольга Чуканова. И сегодня у нас в гостях главный государственный жилищный инспектор Московской области в ранге министра Вадим Соков. Вадим Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Начнем, пожалуй, с главного. Не так давно в Московской области во всех управляющих компаниях, или, может быть, не во всех, прошли дни открытых дверей. Как вы оцениваете эту работу? И как раз-таки хотелось узнать, все ли принимали участие? Да, немножко истории. Значит, эта акция, значит, идет с 2014 года. Раньше она у нас проходила два раза в год, но видя, как активно поддерживается она жителями и управляющими организациями, мы вышли с предложением губернатору о том, чтобы эту акцию продолжать 4 раза в год, то есть раз в квартал. Ну и, соответственно, каждый раз в нашей акции участвует все большее количество управляющих организаций. Вот в крайней акции, которая прошла буквально недавно, приняло участие 728 управляющих организаций и более чем 30 тысяч активных жителей Московской области. И данные акции теперь носят тематический характер. Это с конца 2016 года мы людям, ну, берем за основу какую-то тему, например, создание советов многоквартирных домов или безопасная эксплуатация газового оборудования внутри квартиры, ну и так далее. И как бы эта тема у нас основная, ну и, соответственно, другие вопросы, которые требуют освещения, соответственно, объясняем людям, проводим работу, ну и самое главное, налаживаем коммуникации между управляющей организацией, жителями и органами исполнительной власти. С какими вопросами чаще всего приходили жители на встречи? Радует то, что наши собственники, они уже растут именно как, ну, как собственники, воспринимают не просто, значит, собственность за порогом своей квартиры. Я зашел в квартиру, внутри вот мое, а личная клетка, там коридор, придомовая территория, непонятно чье. И радует то, что становится много собственников, которые воспринимают личную клетку, кровлю, чердак, подвал и, так сказать, придомовую территорию как продолжение своей квартиры. И задают в том числе вопросы, которые требуют порой внесения изменений на федеральном закон федерального или областного уровня. Поэтому вот мы таких активных собственников приветствуем, находимся с ними в постоянном диалоге для того, чтобы и самим совершенствоваться, и, так сказать, знать, что хочет, что хотят люди. Поэтому людей интересовало все, начиная от правильности начисления, начиная с вопроса содержания мест общего пользования. Были, кстати, приходило много людей с благодарностью в адрес управляющей организации, что радовало, потому что реально ЖКХ, работа по управлению домом, это 24 часа в сутки без выходных. Потому что если полчаса нет воды в кране, лифт не работает какое-то время, да, то, ну, люди уже понимают, чувствуют дискомфорт. Потому что жилищно-коммунальное хозяйство — это та отрасль, которая наиболее плотно со всеми нами переплетена. То есть мы хотим жить в комфортных, безопасных условиях, и, соответственно, 2-4 часа в сутки мы их ощущаем. Поэтому тут это, я бы сравнил нашу отрасль ЖКХ, и в том числе управление домами, это как такая своеобразная скорая помощь, да, то есть оперативное реагирование, контроль, надзор, ну и, так сказать, самое главное, дорога с обоюдным движением. То есть одна из служб экстренной помощи, так называемая. Да. Скажите, пожалуйста, как решаются вопросы, с которыми обращаются жители на дни открытых дверей? Сразу на месте или какая-то работа с ними проводится? Ну, вопросы бывают разные. Бывают такие, так называемые, долгоиграющие вопросы, которые требуют, значит, разбирательства и, так сказать, какого-то времени на решение. Есть вопросы оперативные, которые решаются там буквально вот прям при нас. Ну и в том числе, чем хороша эта акция, когда житель может именно в субботний день, эта акция проходит по субботам, для того, чтобы, ну, большинство людей работает все-таки, да, и, так сказать, активные люди, да, на работе, и эта акция рассчитана на них в первую очередь, могут прийти, получить справку, да, управляющей организации, получить консультацию. Поэтому в управляющей компании работают все в этот день, начиная от директора, главного инженера, бухгалтер, юрист, то есть все, кто занимается эксплуатацией, содержанием квартирных домов. И, так сказать, вот я был сам свидетель, приходили люди, вопрос по начислению, и там вот буквально в одной комнате сидит, значит, экономист, сидит, значит, бухгалтер, все рассказали, главный инженер, рассказали, что, чего, почему, откуда прибор учета, откуда общедомовые нужды взялись. И, в принципе, человек ушел удовлетворенный, он понял, что у него, так сказать, прибавилась там небольшая сумма в графе, но это, так сказать, прибавилось, потому что начисление идет по прибору учета. Ну и, так сказать, чем холоднее на улице, да, тем больше калорий тратится на обогрев, соответственно, и квартиры, и мест общего пользования. Поэтому эта работа еще и
в том числе хороша как разъяснительная, для того, чтобы исключать какие-то возможные такие эксцессы, когда люди от недопонимания думают и считают, что их якобы обманывают и что-то там не делают. Но бывают случаи, когда приходят люди с конкретной жалобой на работу управляющей организации. Я хочу что сказать, что в данной акции участвует жилищная инспекция, мы ее организовываем, активные участники, и являемся, все сотрудники инспекции закрепляются за крупными управляющими компаниями, в том числе руководящий состав. И, соответственно, если есть какая-то жалоба, то мы берем ее на контроль и уже, так сказать, в порядке получаем заявление от жителя, проводим свою инспекционную работу, при необходимости выдаем предписание и привлекаем к административной ответственности. Но таких случаев, к счастью, становится все меньше и меньше, потому что все-таки у нас компании становятся социально ориентированными, от плохих управляющих организаций мы избавляемся, это и через аннулирование лицензии, и через, так сказать, переголосование домов. Но я думаю, что, может быть, дальше об этом я расскажу. Есть управляющие компании, которые не принимают участие в этой акции? Или это обязательная акция, в которой должны включиться все управляющие компании области? Значит, эта акция является необязательной. У нас для статистики 924 управляющие организации имеют в реестре дома для управления, и 728 приняли участие. Это подавляющее большинство. Понятно, те, кто в этих акциях не участвует, значит, соответственно, люди и мы тоже понимаем, что это компания, так сказать, не хочет стабильно работать, берем их на карандаш, так сказать, и в случае, так сказать, каких-то чрезвычайных ситуаций, эксцессов, то мы помогаем людям от них избавиться путем переголосования и выбора новой компании. Потому что люди сейчас стали активны. У нас в том числе были тематические дни открытых дверей по перевыбору управляющей организации. Потому что, как мы говорим, что управляющая организация работает для жителя за его деньги. Это как в магазин. Мы пришли купить колбасу. Мы же не берем первую попавшую сюда. Да. Мы выбираем по качеству, цене и так далее. Здесь то же самое. Люди за свои деньги, они понимают, что они заказчики своих услуг. И, так сказать, тоже вот вам из статистики. За 2017 год в адрес госжилинспекции Московской области поступило больше 10,5 тысяч протоколов общих собраний собственников по перевыбору или выбору той иной управляющей организации. То есть люди стали именно активны. В этом отношении понимают, что, так сказать, если их эта компания не удовлетворяет, то можно, как вот в магазине, сделать, так сказать, своеобразный маркетинг, в том числе опираясь на рейтинг госжилинспекции, и, так сказать, сделать выбор уже в пользу качества и цены. Возьмем управляющие компании, которые хотят видеть обратную связь и хотят общаться со своими потребителями. Если управляющая компания видит, что на дне открытых дверей вопросов было слишком много, и они не успевают обработать все вопросы, могут ли они назначить дополнительную встречу, и надо ли это согласовывать с министерством? Это, в принципе, это приветствуется. Дополнительно ничего согласовывать не нужно. Просто эта акция проходит раз в квартал. Но если кто считает нужным, возможным и правильным эту акцию проводить чаще, то, так сказать, мы это только приветствуем. Та управляющая организация может заранее через соцсети, через объявление, значит, в подъезда, доска информационная, так называемая, эти данные сообщить и, так сказать, еще раз принять такое же участие в этой акции, уже только, так сказать, сама для себя. Потому что, опять же, правильные компании управляющие понимают, что нужно замыкать на себя основную, так сказать, всех жителей для того, чтобы жалоба потенциально не вылезала на областную или федеральную повестку. Потому что, как мы говорим, в любом случае, тот же самый сантехник дядя Вася, или там электрик дядя Коля, будет ту же лампочку вкручивать, на которую пожаловались люди, потому что ни у госжилинспекции, ни у других структур нет ни сантехника своего, ни электрика. Поэтому, если жалоба прилетает к нам, то наша помощь будет в виде предписания или протокола, за нарушение, обязательных требований. То есть сегодня управляющие компании понимают, что проблемы жителей проще решить на месте. Да, люди, управляющие компании это поняли, потому что, они уже, многие управляющие компании заводят свои соцсети, свои аккаунты. Это для такой, скажем так, более молодой аудитории. Мы совместно с МинЖКХ Московской области создали в рамках Scrum-проекта, Scrum-проект своего, который мы ведем, единый диспетчерский центр в городах 100-тысячниках. Что это такое? То есть мы взяли пилотные 5 городов, в том числе Люберецкий район. Там на базе крупной управляющей организации, как правило,
правило, муниципальный, создается единая диспетчерская служба, значит, которая фиксирует все обращения жителей, причем работает единый классификатор нарушений на всю Московскую область, разработаны единые, значит, временные рамки исправления того или иного нарушения, и самое главное, работает обратная связь. То есть в компьютере фиксируется время поступления нарушений, житель через личный кабинет или, ну, через другую связь может контролировать прохождение своей заявки, и, значит, и директор управляющей компании, и орган местного самоуправления, и госжилинспекция тоже может контролировать там, где, значит, выходит за сроки, ну, исполнения, то мы можем принимать уже меры воздействия к такой компании. И скажу, это единая диспетчерская служба, она уже показала в тех районах, где они, в муниципальных образованиях, где она уже существует, небольшое снижение количества обращений в адрес госжилинспекции. То есть люди поняли, что не нужно писать ни на добродел, ни в президенту, ни губернатору по своей там сгоревшей лампочке или не вымытому подъезду, а вот, пожалуйста, диспетчерская служба, где все открыто, где все прозрачно, где известны, значит, время, сроки исполнения работ, в том числе, кто исполнять будет. Поэтому вот таким образом мы сейчас, ну, так сказать, ведем системную работу по созданию диспетчерских служб и уменьшению количества обращений, поступающих на областную и федеральную повестку. Этот портал сейчас работает в тестовом режиме или нет? Этот портал работает уже, значит, в 5 муниципальных образованиях не в тестовом, а в промышленном режиме. Вот, поэтому, так сказать, мы в этом году поставили себе план, значит, сделать в остальных 13 муниципальных образованиях 100-тысячных населения такие же единые диспетчерские службы. В принципе, и этот опыт будем тиражировать на всю Московскую область. Это опыт хороший, потому что это, опять же, позволяет в режиме реального времени отслеживать каждую заявку жителя, в том числе самому жителю. То есть мы говорим о том, что это некая альтернатива порталу «Добродел» или нет? Это не альтернатива порталу «Добродел», это, в принципе, то, что должно было быть изначально для работы управляющей организации, потому что в любом случае диспетчерская служба, первый путь жителя, да, это обратиться в управляющую организацию. К сожалению, некоторые начали воспринимать портал «Добродел» или почту губернатора, почту госжилинспекции как своеобразную диспетчерскую, не при этом ни разу не обратившись даже в свою управляющую организацию. Или обратившись, но получив отрицательный результат. Поэтому, опять же, эта диспетчерская служба, значит, она и должна, ну, сказать, в идеале, она и это и делает, контролировать прохождение заявки, время исполнения ремонтных работ. Ну и, то есть, в принципе, это та самая, скажем так, первичный фильтр на пути вот таких вот жалоб. Вадим Викторович, мы сейчас ненадолго прервемся на рекламный блок, вернемся в нашу студию и продолжим беседу. Возвращаемся в студию. Напомню, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Вадим Соков, главный государственный жилищный инспектор Московской области в ранге министра. Вадим Викторович, предлагаю перейти к проблемам насущным. Не так давно в Московской области прошел сильнейший снегопад, который был признан самым сильным за всю историю метеонаблюдений. В какой срок коммунальщики должны убрать снег и как это регламентируется законом? Да, значит, это регламентируется, ну, нормативами. Ну, еще раз, вы правильно сказали, что это был аномальный снегопад, которого не было в ближайшие 100 лет. Поэтому выпало не просто сверх нормы, там, наверное, там 20 норм, да, выпало. Поэтому, значит, все, первое, хочу сказать, что все службы ЖКХ Московской области, это управляющие организации в своей, значит, зоне ответственности, это коммунальные службы, значит, дорожные, это органы местного самоуправления, значит, муниципальные, там, и частные организации, кто занимается уборкой, работают в интенсивнейшем режиме 24 часа в сутки, без выходных, значит, и, ну, понятно, что ночью тоже. Поэтому работа идет, работа, так сказать, происходит. Но что касается норматива, то предусмотрена ежедневная уборка, значит, так сказать, от снега и наледи, ну, в том числе уборка, ну, так сказать, избитие сосулек на, значит, кровлях, подлежащих очистке. Не хочу тоже анонсировать, еще раз напомнить нашим телезрителям, что госжилинспекция ведет постоянную такую акцию, называется «Ледниковый период». Хэштег у нас вышел «Ледниковый период 2018». Что это означает? Что в целях профилактики, да, если активный житель видит сосульку на кровле дома, где там ее, ну, быть не должно, он фотографирует сосульку, присылает нам на наши соцсети. Напомню, что инспекция представлена во всех социальных сетях с обязательным адресом, подписью, значит, своего фамилии, имя, отчества.
что контактного телефона и адресом этой сосульки. Мы в ручном режиме заставляем управляющую организацию буквально за несколько часов сбить эту сосульку для того, чтобы не было несчастного случая, возможного из-за ее обрушения. И скажу дальше, что это не просто акция. Мы каждый год награждаем победителей, которые, так сказать, больше всего сообщений на подтвержденных направили в адрес инспекции. Это еще три места, ценные подарки и грамоты от госжилинспекции. Что хочу сказать, что зона ответственности управляющей организации – это обязательная очистка, значит, кровли, как правило, скатной кровли от снега и наледи, образования сосулек, ну и, соответственно, уборка придомовой территории. Вот. Ну, остальное – это вопрос органа местного самоуправления, и мои коллеги с Гостехнадзора тоже контролируют уборку, значит, улиц там, и детских площадок и других территорий. Поэтому все вместе, весь комплекс ЖКХ, еще раз уверяю, работает в сверхинтенсивном режиме для того, чтобы, опять же, наши жители жили в комфортных условиях. Что происходит с теми управляющими компаниями, которые не справляются с поставленной задачей? Как они наказываются или как? Да, значит, предусмотрено, соответственно, это кто плохо работает, кто не работает с жителями, да, на кого много обращений. Первое, значит, госжилинспекция проводит инспекционную проверку, выдает предписание, значит, если, ну, и, соответственно, привлекает управляющую компанию к административной ответственности. Ну, это, как бы, знаете, штраф – это штраф, но самое главное – это лишение лицензии или переголосование дома, или изъятие дома за два неисполненных предписания. Немножко истории хочу сказать, что в ноябре 2016 года госжилинспекция Московской области была первая инспекция в России, которая аннулировала лицензию нерадивой управляющей организации. Тогда это была компания из Красногорска. В декабре 2017 года мы аннулировали еще одну лицензию, тоже нерадивой компании из Химок. Поэтому у нас уже работает лицензионный контроль. Я скажу, что всего таких несколько инспекций жилищных на территории Российской Федерации смогли этот путь пройти, но мы были первые. Ну и, соответственно, значит, судьба у этих компаний незавидная – это уход с рынка. Ну и, значит, это раз. Второе, если управляющая организация не выполняет два законных предписания – госжилинспекции в течение календарного года или теперь уже в течение с момента выдачи первого предписания в течение 12 месяцев, то этот дом изымается из реестра, выставляется органам местного самоуправления на открытый конкурс. То есть, опять же, этот дом у этой компании изымается. Ну и самое еще главное, это тоже действенная мера, это когда люди понимают, да, что их плохо обслуживают, проводят протокол, проводят общее собрание, сдают нам протокол, мы его рассматриваем, вносим изменения и, скажем так, от фирмы А дом переходит к фирме Б за плохую работу. Переизбирается? Да, переизбирается. У нас больше 10,5 тысяч в прошлом году протоколов собраний к нам поступило в инспекцию о, значит, переходе от одной компании к другой. Поэтому люди наши активны. Я вам скажу даже больше, там, где, если есть недовольство такое, да, ну, скажем так, там больше там десятка домов, то мы проводим бесплатные обучающие семинары для наших активных жителей о том, как провести общее собрание собственников, там, ну и так далее, для того, чтобы люди могли не просто сделать свой выбор, они могли его сделать правильно и грамотно юридически. Потому что, как говорится, дьявол кроется в деталях, есть нюансы на федеральном уровне, которые нужно учесть, ну, в жилищном кодексе имеется в виду, для того, чтобы правильно провести собрание. Я знаю, что такой рейтинг есть и на федеральном уровне. Скажите, пожалуйста, какое место в нем занимает Москва и Московская область? Да, значит, такой рейтинг по Минстрою России, вот недавно было селекторное совещание под руководством Минстрою России, значит, где обсуждался вопрос деятельности госжилинспекции Российской Федерации, в том числе рейтинг за 2017 год. Значит, мы вошли в десятку, жилищная инспекция Московской области зашла в десятку лучших инспекций Российской Федерации, мы заняли 7-е место, значит, в том числе главный жилищный инспектор Российской Федерации Андрей Владимирович Чивис отдельно нас отметил как самую открытую инспекцию в Российской Федерации. То есть мы лучше всех взаимодействуем с прессой, в социальных сетях. То есть мы более открыты и доступны для наших жителей. Ну, по поводу Москвы. Москва заняла 15-е место. Жилищная инспекция Москвы заняла 15-е место. Хотелось бы узнать о планах на 2018 год. Есть ли какие-то нововведения, которые будут реализованы в этом году? Да, что касается планов, то это самый главный наш план работы. Это работать для того, чтобы наши жители жили в комфортных, безопасных условиях. Это проводить внеплановые, плановые проверки. Значит, проводить тематические проверки, участвовать во всех акциях, в которых мы ранее участвовали. Ну и самое главное, немножко анонсирую, что в
значит, в начале 2018 года вступил в силу порядка 30 поправок в жилищный кодекс. Поэтому это касается в том числе и лицензирования управляющих организаций. И мы, так сказать, есть большие планы по работе, в том числе, значит, вот в этой сфере. Ну, немножко анонса скажу. Если раньше лицензия выдавалась бессрочно на управление на квартирными домами, то сейчас срок действия 5 лет. Значит, дальше ограничил, законом ограничили срок действия пустых лицензий, так называемых, значит, 6 месяцами. То есть, если управляющая компания не свои права не реализовала, ну, не участвовала в открытом конкурсе, не выиграла там, ну, конкурс, то есть дома к себе не привлекла, в том числе через протокол общих собраний жителя, то такая лицензия подлежит аннулированию через 6 месяцев. Аннулироваться будут лицензии, если управляющая организация по суду признана банкротом. Вот, значит, в том числе тоже такое новшество, что теперь протокол общих собраний жителей находится, оригиналы находятся на хранении в госжилинспекции. В принципе, это для нас работа такая, ну, скажем так, дополнительная нагрузка, но на самом деле это будет проще правоохранительным органам, значит, в случае выявление подделки документов, да, то, что оригиналы будут у нас, уже привлечь организатора, там, да, сборщика этих подписей по статье, значит, за подделку документов. Поэтому, ну, все перечислять не буду, поэтому у нас есть уже план наработанный. Самое главное, продолжим работу по определению, подтверждению класса энергоэффективности многоквартирных домов. Проводим, ну, будем продолжать плановые проверки, внеплановые проверки, повторюсь. Будем продолжать тематические проверки внутриквартирного, внутридомового газового оборудования для того, чтобы не было таких несчастных случаев, которые произошли на территории других субъектов. Наверное, вы слышали, когда взрывались в квартирах, там, да, газ взрывался и так далее, были аварии вот эти. То есть будем вести работу, направленную на выявление, профилактику, значит, нарушений в жилищном законодательстве. Ну и самое главное, девиз нашей работы, чем больше нарушений мы выявили, потому что каждое нарушение – это авария, которую мы предотвратили в будущем. Вроде кажется мелочь, да, отсутствие теплоизоляции или неплотный притвор двери, да, тепловой контур. Но в холодный период года при отрицательных температурах, еще в случае отсутствия циркуляции, да, может привести к тому, что произойдет размораживание и лопнет труба. Это уже будет аварийная ситуация. Поэтому в эксплуатации мелочей не бывает. И самое главное, мы работаем для того, чтобы наш собственник, значит, в Московской области жил в комфортных, безопасных условиях. В том числе, значит, девиз нашей инспекции, ну, значит, это привлекать активных людей к своей работе. Ну и самое главное, будем расширять, в том числе, институт активных этих общественных жилищных инспекторов. Потому что это наши первые друзья и помощники. Вадим Викторович, спасибо вам большое действительно за открытость, за то, что нашли время прийти в нашу студию. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. А нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Вадим Соков, главный государственный жилищный инспектор Московской области. В ранге министра вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего вам доброго и до встречи в эфире.